как-то так даже подотвлеклись от происходящего на помосте. С Богом! Раздался возглас Динары Гиматовой, которая выпускает на площадку свою кого? Ученицу? Ну, так и не скажешь. Подопечную? Ну, поди поопекай такую, Гараеву. Скорее, просто подругу, уже очень молод. Тренер Динары Гиматовой. Алия Гараева перед вами. Ай-яй-яй! Ну, полсекунды и полдвижения какого-то не хватило для того, чтобы Алии, чтобы назвать ее выступление безупречным. Но за Армстронга спасибо. А вообще, выходы на ковер Алии Гараевой, да еще в Кэрбэйсоне, благодатнейшая почва для рассуждения о психологии в художественной гимнастике. Ну, вообще, вот душа. Видишь, как ты умеешь? А главное, вы в цвете сочетаетесь. От души раскаиваюсь, извини. В зеленом цвете. Я, ну, просто там... Камера, я ухожу. Серебро. Как здорово. Мне не пришлось заниматься тем самым анализом, который я вдруг проанонсировал. Ну, вы слышали, Винер, да? От души раскаялась и извинилась. Надо полагать, за не вполне удачное выступление с обручем, а может быть, за что-то еще мне неведомое. Но речь-то вот о чем. Знаете, есть понятие второго спектакля в театре. К премьере еще ничего не готово, как правило. Да, декорации недоделаны, роли, может быть, не выучены, но драйв премьеры, вот он помогает проскочить многое трудное. А ведь в Кэрбэйсоне трудно выступать. Но в первом финале она, может быть, на неком волнении. На вот этой своей...